Следующее упражнение. У вас работают бедра, работают тазобедренные суставы. И пошло движение позвоночника. Вот уже работает позвоночник. То есть вы идете от здоровья. Потому что правильное движение – это правильное положение суставов, правильная работа связок, мышц, сосудов. То есть практически вам не только важно восстановиться после травмы, чтобы все сросло. Я ставлю цель всегда выше, чтобы срослось лучше, чем до травмы. И поэтому ваши движения должны быть более красивые, более гармоничные, чем до травмы. Вот мы уже выстроили ноги, тазобедренный сустав, позвоночник, а пол, стул, а сидеть лучше всего на табурете на жестком, дает возможность четко выстраивать правильное движение.